Мы надеемся, что вы наслаждаетесь одним из самых интересных режимов FIFA – Foot Squad Battles, где соперничество с компьютером выходит на новый уровень. Не забывайте перед каждым матчем проверять физическую форму своих игроков. В этом режиме этот показатель может оказаться ключевым для вашей победы. Ну и нам показывают сейчас состав команды «Хозяин». Геометрически выверенная расстановка игроков на поле. Да, глазами даже можно нарисовать идеальные квадраты. На экране стартовый состав гостей. Очень вариативное тактическое построение. У игроков большая степень свободы, и игру, конечно, по ходу встречи можно варьировать. Буатен. Марсело. Неудачная передача, мяч прямо в ноги сопернику отправился. Итак, смотри, парни-то все известны. Что они нам сегодня покажут? Посмотрим, эти ребята действительно сейчас в очень хорошей форме, так что защитникам и вратарю обязательно нужно быть сегодня предельно внимательными. Мяч у соперника. Серхи Роберто. Ло Чельсо. Может получиться интересная атака. Великолепный проникающий пас. Счет открыт. Быстрый гол смогли забить. О лучшем начале, наверное, и мечтать не могли. О, а вот соперник лагает, теперь так, действительно будет очень тяжело вернуться в игру. Блин. Вратарь тут уже абсолютно ничего не смог поделать. Пушечный удар в левую девятку, и такие удары не берутся. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Андрес Иньеста. Ло Чельсо. Висан Бен Еде. Продолжают владеть мячом. Очень долго. Пора бы уже как-то обострять. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Фернандо Торрес. Иньеста. Будет штрафной удар. Ку-ку, чужие ворота в другой стороне. Фернандо Торрес. Пас на Андреса Иньесту. Что творит? А, какой сейв! Свисток арбитра угловой. Блядь, я не знаю. Сейчас так попробую. Интересно, что они задумали. Быстро разыгран угловой. Очередной угловой в этом матче. В центр штрафной мяч направлен. Голкипер справляется с этим ударом на отлично. Серхи Роберто. Ло Чельсо. Ло Чельсо. Ты еб куда дай? Мутанты, блядь. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Пока неплохо, уверенно они идут вперед с мячом. И пробил. Игра остановлена, будет угловой. И вот вместо подачи розыгрыш угловой.
можно навес сделать здесь. Здорово сыграла оборона, удалось блокировать удар. Поможет ли еще один угловой наконец ликвидировать разницу в счете? Решили коротким пасом разыграть этот угловой они. Скидка назад. Лайнсман показывает на угол поля. Я стрим настраиваю, смотри. Розыгрыш, посмотрим. На коротке решили разыграть угловой. Надо блин, тебе. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Ло Чельсо. Перед Марселу есть свободное пространство на фланге. Висам бег и пробил игрок. Момент для удара. Гол, забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И из такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. Да, это прекрасный удар с лета и гол. Вот такие голы в одно касание, они, конечно, смотрятся потрясающе. Счет 2-0, укрепила команда свое преимущество. Фернандо Торрес. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Герард Морено. Есть шанс развернуть контрат. Есть адрес у этой передачи. И это должен быть гол. Надо забивать, и гол. Головокружительный розыгрыш перед воротами приводит к выходу 1-1. И как же хорошо он приложился к мячу. Так бывает. И не обязательно, чтобы одна команда была на порядок лучше другой. Просто у одной все получается, а у другой ничего. Хороший пас вверх и вперед. Пас в разрез очень точно. Великолепный гол. Есть хет-трик. Прекрасная игра. Великолепно исполненный третий гол записывает на свой счет этот игрок сегодня. Продавил он все-таки оборону. Ну что, Георгий, ждем покер? Очередной гол. Преимущество становится просто неприличным. Передачи в его исполнении сегодня невероятно точны. Ждет там мяч. До нападающих мяч не дошел. Выносит его сразу же из штрафной. Судья решил добавить 3 минуты. И вратарь. Этот мяч слишком сильный пас. Полностью контролирует ситуацию в своей штрафной голкипер. За долю секунды он принял правильное решение и спас свою команду. Герард Морено. Висам Бен Йедер. Бить можно и забивать. Совсем 4-0. В футболе бывает всякое, но голевой перевес одной из команд слишком велик, чтобы во втором тайме предрекать стопроцентную интригу. Андреас Самарис. Хороший пас на ход. Ну, привык. Арбитр ставит на точку.
дебил, что ли? Я даже что не нажимал. А ты подкат не жал. Жесть. И голкипер берет пенальти. Да, взял пенальти и, наверное, уже может смело тянуть на героя встречи. Неточная следует передача, и команда теряет мяч. Всегда кажется, забить с пенальти просто, и вроде бы опытный игрок должен это делать, но не всегда. Удар! Висан Бен Еде. Ло Чельсо. Очень хороший первый тайм, в его исполнении мы видели. Но он за первый тайм сделал хет-трик. Какие тут еще могут быть вопросы? По-моему, с MVP этой встречи все ясно. Торрес. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Очередной точный пас в его исполнении. Неточная передача. Вратарь без труда забирает мяч. Иньеста. Что у других на уме, Иньеста уже исполнил. Удивительная скорость мышления у этого футболиста. Очень хорош он в созидании, всегда знает, кого из партнеров и в какой момент подключить. Иньеста не только великолепный ассистент, он умеет и забивать, что не раз демонстрировал в самых важных матчах. Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить. Серхи Роберт. Штрафную подачу, и есть там кому сыграть. Самый простой и надежный способ в такой ситуации — просто-напросто выбить мяч, и все. Вратарь намертво забирает мяч. Ло Чельсо. Герард Морен. Не берешь мяч. Андрес Иньеста. Мяч потерян. Будут вбрасывать мяч из-за боковой. Свежего игрока в игру выпустят сейчас. Я думаю, прессинга мы от них не увидим. Будут они ждать, пока мяч к ним сам придет. Удар по воротам. Андрес Самарис. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Висам Бен Йедер катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих. Чужой катинг помогает. У тебя включен ноутбук? Все по делу. Блин, открой там одну программу, этот, Twitch. Подача, чей мяч будет? Хорошая была ситуация, вот только навес этот у него явно не получился. Вратарь на месте, мяч уходит на угловой.
И прямо в центр штрафной мяч летит. И выносится мяч из штрафной. Фернандо Торрес видит игрока впереди и отдает пас на ход. Гол все-таки удалось забить. И все-таки влетает мяч в ворота. И это повод, наверное, сказать, что вратарь не виноват. Но он же не робот, конечно, но мы-то всегда ждем именно безупречной игры. Так что виноват в какой-то степени и голкипер тоже. Андреас Самарис. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Смотри, там лагает, Наташ. Такие передачи придают атакам остроты. И слышно меня или нет? Неплохо задумано, но защита не дремлет и навес не проходит. В смысле ничего? А картинка лагает? Кончено, мяч они потеряли, классно в перехвате сыграно. Основное время матча заканчивается через 9 минут. Андреас Самарис. Мяч перешел к другой команде. Хорошо, оборона тут играет. Андреас Самарис. Блин. Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. Бернардо. И подает в штрафную. Кто там выиграет мяч? Вынос. Главное, чтобы повыше и посильнее. Какой финт? Вы это видели? Наносит удар игрок. Вратарь в прыжке забрал мяч намертво. Сейчас понюгаем. Две минуты осталось играть в основном времени матча. Бернардо Сильва. Иньеста. Типа смотри, я, ну, и ты вот случилось. Я настраиваю, блин. По-моему, лагает или нет? Тут лагает у меня, а там она даже говорит не лагает. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Висан Бен Еде. Что, сильно? Херард Морено. Теперь в атаке. Сань, глянь! Будет. Игра закончена. Что она полностью?